С Великим постом, дорогие телезрители, на Щелковском телевидении «Диалог о православии». Я приглашаю вас вместе со мной задавать свои вопросы священнослужителю. Гость нашей студии – настоятель Николы Берликовского монастыря, игумен Евмений. Отец Евмений, добрый вечер. Добрый вечер. С Великим постом вас. Да, с постом всех поздравляю с началом Великого поста. Конечно, для некоторых он, ну, не является как бы праздником, да, таким вот напряженным как бы временем жизни, но тем не менее все равно это, конечно, предзнаменование пасхальной радости. Ну, я надеюсь, что если у вас, уважаемые телезрители, будут какие-то вопросы, можете задавать их. Ну, а мы сегодня будем говорить о Великом посте. Это время особого христианского подвига, да. Меняется ход богослужений, появляются особые молитвы и в храме, и в домашнем правиле, да, у христиан. И вот я сегодня предлагаю поговорить на эту тему. В чем суть поста? Пост – это, конечно же, возделывание внутреннего мира человека. То есть мы часто забываем о том, что, ну, в своей суете, в своих мирских занятиях, каких-то проблемах и делах мы забываем, что у нас внутри тоже есть целый мир. И этот мир, ему необходимо уделять время нашему внутреннему миру. Если мы там не делаем регулярно, так сказать, определенный ряд таких вот действий, то наш мир внутренний начинает деградировать, изменяться в худшую сторону, и это приводит к изменениям и внешних наших условий жизни. Потому что что внутри у человека, то проецируется и на внешние обстоятельства. Поэтому, конечно же, пост – это лучшее время для внутреннего делания, тем более, что сам Господь показал нам примером своим. Он 40 дней постился, помните, перед тем, как вышел в евангельскую, 40 дней был в посте и молитве, в пустыне и вообще ничего не вкушал. Мы-то кушаем, а он вообще ничего не вкушал, хотя был Сын Божий и, естественно, безгрешный. То есть зачем ему было поститься? Только для того, чтобы показать нам своим примером, что нам делать. Так вот, это время 40 дней Великого поста выделено нам, самим Господом, для того, чтобы мы изменяли себя в лучшую сторону, трудились сами над собой внутри себя. Конечно же, для этого делания нужен определенный опыт, определенные знания, умения, ну, как и для любого делания, собственно, человеческого. И мы должны опираться в это на святоотеческие учения, по-другому никак не получится. Те люди, которые считают, что пост – это просто диета определенного такого, так сказать, направления, что просто надо что-то вкушать, что-то не вкушать, они, ну, мягко говоря, знают о посте очень мало. Так как пост, он, конечно же, сопряжен с пищей, но больше он сопряжен и с борениями, со страстями, с отсечением различных желаний, мыслей, чувств, движений души. И это, так сказать, воздержание от пищи плотской, оно лишь как помощь для того, чтобы внутреннее делание, то есть исцеление, излечение своей души от страстей, оно происходило с нами более, так сказать, плодотворно и более глубоко изменяло нашу душу. Все мы знаем, что после вкушения, ну, по крайней мере, верующие люди, после вкушения определенных сортов пищи душа тоже меняется. Как один из отцов говорил, что пища – это как дрова, которые мы подбрасываем, и они могут разжигать нас страсти, а могут и тушить. Поэтому здесь надо все в совокупности рассматривать. Пост. Из чего состоит Великий пост? Пост состоит, ну, если по времени, то это, конечно, различные, так сказать, недели поста. Каждый из них состоит из определенных деланий, церковных или домашних деланий. Ну и если брать отдельную жизнь человека, то пост состоит, конечно же, из воздержания в пище, из воздержания в развлечениях, из воздержания супружеской жизни, из воздержания в каких-то эмоциональных наших поступках и движениях, и, наоборот, прививание себе молитвенного состояния, покаянного состояния души, доброделания, хождение в храм. И самое важное – это, конечно же, стремление к послушанию заповедям Божьим. То есть, чтобы то
наше своеволие, которое у нас во время, так сказать, всего периода нашей жизни развивается до безграничного состояния, оно должно хоть когда-то сжаться. Хоть когда-то мы должны себя ограничивать. Посмотрите, ведь любые бесформенные предметы, они некрасивы. И только форма внешняя, которая ограничивает предмет, она придает ему ту или иную красоту. Так и здесь, если человек безгранично себя ведет, чего хочу, то и врачу, то нет в нем красоты. Красота – это всегда ограничение. Об этом надо не забывать. Отец Мини, Великий пост считается 40 дней, да? Но он длится же не 40 дней, он больше. Почему вот Страстная Седмица, да, она не включена в Великий пост, а как отдельно идет? Ну, дело в том, что сам Великий пост – это те самые 40 дней. А 7 дней перед Пасхой – это уже не считается Великим постом. Это особо строгая неделя, седмица по православному, так сказать, на православном языке седмица, которая посвящена страданиям Божьим. Еще здесь, в этом мире, когда Господь шел на крестное мучение ради рода человеческого, каждый день мы вспоминаем какие-то события из его жизни. И это можно будет, я думаю, поближе к Страстной Седмице разобрать каждый день этой недели. Поэтому и получается больше. Но вообще сам вот это число, не 50, не там, 20 дней поста, а именно 40 дней, это связано с той самой десятиной, которую каждый из людей, живущих в этом мире, обязан отдать Господу от всего, что он имеет. От своего делания, от своих каких-то наследий или каких-то умений, и в том числе от своего времени жизни. То есть вот сама жизнь, которая нам дана Богом, мы десятую часть этой жизни должны отдать Господу по заповеди, которые в Ветхом Завете мы можем прочитать. Вот эта десятина, десятая часть жизни, есть 40 дней Великого Поста. И сам Господь ждет от нас, чтобы мы с любовью к Богу, с благоговением и с послушанием эти дни Великого Поста посвятили Богу. Можно такую аналогию привести, когда человек влюблен в кого-то или во что-то, кто-то там в машину влюблен, то он все свои мысли, все свои чувства посвящает предмету своей любви. И его трудно отвлечь от этого. Мало того, если его кто-то пытается отвлечь от предмета любви, человек уходит от него, ему не хочется ни разговаривать, ни что-то чем-то другим заниматься, только вот размышлять, думать о том, кого он любит или что он любит. И если это перевести, так сказать, эту аналогию на любовь к Богу, то мы понимаем тогда, что вот эти 40 дней, мы хотя бы эти 40 дней должны посвятить любви к Господу, полностью, так сказать, отдав свои мысли, чувства, желания и движения какие-то телесные, душевные Богу, чтобы это все вылилось, так сказать, в любовь к Богу, ну, не только в мыслях, но и желательно, конечно, и в делах. Так как вера без дел мертва, это апостол нам сказал. И те люди, которые говорят, что я верую, и этого достаточно, не надо ни поститься, ни чего-то другого делать, я уже спасен, тем более некоторые говорят, это, конечно, самообман, как минимум. Ну, как святые отцы говорят, бесы тоже веруют, но ничего не делают. И трепещут, да. Веруют и трепещут, и мало того, еще и борются с Господом бесы, потому что они не то что веруют, они знают все, они видят и Бога, они видят и ангелов, и боятся их, но, тем не менее, делают все против Бога. Поэтому, конечно же, просто верить и не поститься, и не молиться, и не ходить в церковь, это самообман, повторюсь, как минимум, а еще бывает и хуже, когда это просто прямой ропот и борьба с Богом. То есть это люди такие приближаются уже к бесовскому состоянию души. О том, как меняется ход церковного богослужения, я думаю, мы немного попозже, да, перейдем. Но мне сейчас хотелось бы остановиться на домашних молитвах, да, какие у нас появились новые в нашем правиле, да. Ну вот, в частности, есть молитва преподобного Ефрема Сирина, да, я вот с вашего позволения ее прочту. «Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь сми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения даруми рабу твоему, и любви даруми рабу твоему. Ей, Господи, Царю, даруми зрите мое прегрешение, не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вот хотелось бы подробнее остановиться на этом. Да, эта молитва читается сейчас в храмах,
во всех храмах и утром, и вечернем богослужении. И, конечно же, она очень несет очень глубокий смысл в себе, который очень подходит под время Великого Поста. Она разделена на три части, и на каждой из этих частей мы кладем земной поклон, молясь в храме, ну или дома. То есть первая часть, вот можно ее прям увидеть там по предложениям. Да, вот первая часть прочитает человек, и поклон земной кладет, вторая часть, третья часть. Потом мы делаем 12 поясных поклонов, а потом полностью всю эту молитву прочитываем и еще один поклон кладем. В чем важность этой молитвы? Важность этой молитвы в том, что мы настраиваем свою душу на определенный лад. Ну, как регент хора, у него есть специальный приборчик, да, который он ударяет и слушает звук, да, тон. И на этот тон настраивается регент, и через него настраивается весь хор. Вот то же самое душа человеческая, она может быть сонастроена с мыслями, с чувствами, с движениями души того человека, который писал эту молитву. То есть этот преподобный отец Ефрем Сириянин или Сирин, он, конечно же, был ближе к Богу, чем мы в плане своих дел и самоотвержения, и любви, но и мы можем через его мысли, чувства и желания приблизиться также к Богу, когда прививаем себе его мысли, чувства и желания, изложенные в этой молитве. То есть мы сонастраиваемся вместе с ним, мы начинаем думать так же, как он, чувствовать так же, как он, и таким образом как бы отпечаток его души остается у нас на душе. Таким образом мы исправляем свою искривленную душу страстьми, исправляем ее по примеру преподобного Ефрема Сирина. В этом важность молитвы. Ну и, конечно же, любая молитва – это беседа с Богом, это сама беседа, даже если мы беседуем с человеком, уже оставляет на нас отпечаток. С одним человеком побеседовал — на душе легко, с другим побеседовал — тяжело. А беседа с Богом тем более оставляет отпечаток на душе человека, если, особенно если это правильная беседа, то есть правильная молитва. Поэтому молиться надо обязательно, о чем апостол нас учит: непрестанно молитесь, да, и о всем благодарите. Поэтому мы без молитвы ничего доброго сделать не сможем. И в этой молитве мы и спрашиваем те качества души, которые необходимы для того, чтобы спастись. То есть основной целью жизни человека, надо не забывать, это спасение души. То есть мы все в этом мире находимся только для того, чтобы приобрести правильные качества души, не для того, чтобы наслаждаться здесь какими-то радостями и усилениями, а для того, чтобы научиться правильно жить. И правильно чувствовать, и правильно мыслить, и правильно желать. К сожалению, не многие это умеют. Ефрем Сирин в своей молитве учит. И мы просим Бога, чтобы Господь нам помог в стяжании этого правильного строения души. Вот такова цель этой молитвы. Ну, если вы не против, да, может быть, подробнее разберем, да, эту молитву, да? Да? То есть, что мы просим, да, чтобы дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия от нас не отвести. Дашь мне, да. Да. Что такое праздность? Ну, то самое лень, то самое праздное проведение времени, когда мы ничего не делаем. Вот просто хочу посидеть у телевизора, или там с кем-то поболтать по телефону, или просто ничего не делать, там, ну, что-то вот там, какой-то суетой. Походить, знаете, как некоторые шопингом занимаются. Вот вроде ничего не надо купить, а пойду по магазинам, развлекусь. Вот эта праздность, которая является матерью всех пороков, по словам святых отцов, как раз она и первое, что стоит здесь в этой молитве. То есть от праздности мы просим себя избавить. Праздности, что уныние. Уныние. Ну, уныние – это тяжелейшие страсти, которые вообще отвращает от нас Божию благодать, так как мы не верим, что Господь нас может спасти. Человек, находящийся в унынии, он совершенно четко говорит и вот настроен на такой лад, что мне никто не поможет, ничто не поможет, все плохо. Ни Господь мне не поможет, ни люди мне не помогут, ни какие-то молитвы. Уныние обездвиживает, обессиливает душу человека, и человек в таком состоянии,
переходит к отчаянию, к отвержению полному и Бога, и промысла Божия о человеке, и любви Божией, и уж тем более таких моментов, что Господь распялся на кресте за конкретно каждого из нас. Даже это человеку просто он забывает обо всем этом, находясь в унынии. Но и уныние, оно возникает, собственно, из-за чего? Из-за того, что что-то мы, то, что хотели иметь, не получили. То есть из-за сластолюбия. Своеволия. Своеволия. Или славолюбие. Ну, вот на самом деле, да, для беса лучше всего на нас уныние нагнать, чтобы душа обессиливается. Это, наверное, единственный грех, когда человеку вообще сил нет. Да, он остается полностью, так сказать, открытым для бесовского воздействия. У него ничего не остается, никаких шансов борьбы, так сказать, с бесом не остается. Ну, кроме, может быть, молитв за него близких родственников, живых или умерших. Только молитвами. А вот такой вопрос хотел вам задать. Очень часто, да, люди, ну, не то чтобы неверующие, которые не ходят в церковь, они оперируют такими вот выражениями, да. Почему в церкви все с такими унылыми лицами? Может быть, они просто неправильно понимают выражение лиц. Дело не, они не с унылыми лицами стоят люди, а с сосредоточенными. Так как прямое указание святые отцы нас учат, что ты должен закрыться в своей клете, то есть внутри себя затвориться, чтобы там беседовать с Господом. Господь не в бревнах, а в ребрах, да, другой святой учит. И, конечно же, всякий человек, который идет по пути самопознания и познания Бога, и себя познания через познание Бога, он, конечно же, углубляется в внутренний свой мир, о котором я с чего начал, собственно, говорить. И этот внутренний мир начинает совершенствовать, очищать, расставлять все по полочкам, отвергать то, что не нужно и вредно. Вот это внутреннее делание как раз на лицах верующих в храмах людей и отражается. Это не уныние и не унылость какая-то. Это сосредоточенность на работе. Я бы так сказал. Что такое смиренномудрие? Смиренномудрие – это очень сложные понятия, которые, ну, так сразу ты не опишешь. Но смирение, понятно, да? То есть мы должны быть всегда с миром в душе, что бы ни происходило. Мудрование, то есть вторая часть этого слова, это мы должны мудро поступать и быть мудрыми в различных ситуациях, какие бы ситуации к нам вот не посылались, и как бы лукавый против нас не боролся, мы должны смиренно и мудро препятствовать нападкам бесовским. То есть смиренно-мудрее – это правильное устроение нашего внутреннего мира, нашего разума, наших понятий, нашего мировоззрения. Вот можно так это вкратце рассказать. Смиренно-мудрее – это уже у нас добродетель. Ну, насколько возможно ее вот рассказать вкратце, потому что святые отцы пишут там просто целые тома смиренно-мудрее. И вот так вот простенько, как знаете, это все равно, что... Ну вот расскажите в двух словах, что такое тройной интеграл или там дифференциальное уравнение третьего порядка. Ну так вот, скоренько. Так это высшее из добродетелей, которое достигается трудом всей жизни. И смиренно-мудрее человек, конечно же, должен просить, но получает он его после многих трудов над собой. Трудов. Не над окружающими людьми. Многие почему-то считают, что если они начнут исправлять других людей в грехах, там, обличать их и что-то доказывать, объяснять, какую-то правду искать, а тут вот они как раз вот смиренно-мудрее обретут. Нет, они обретут осуждение, гнев и прочее. А вот если они над собой начнут трудиться, к чему и призывает Господь нас во время Великого Поста, тогда смиренно-мудрее они стяжут. Также начинается пост с чтения Великого Покаянного Канона святого Андрея Крицкого, да, разговор со своей душой. И, наверное, в данный момент где-то в церквях это сейчас читается. Он читается первые 4 дня поста, затем полностью на 5-й неделе в четверг. Почему такое большое значение уделяется этому канону? Но это величайшее из творений, духовных творений человечества, так как те мысли, те чувства, те слова, которые заключены в великом каноне преподобного Андрея Крицкого, они, ну, нам даже в голову такое с трудом приходит. И когда читает человек, он
внимательно, с вниманием вдумывается в то, что написано в этом каноне, он, конечно, приобретает то смиренное мудрее, которое имел преподобный Андрей Крицкий. И действительно, этот канон оказывает величайшее воздействие, благотворное воздействие на душу всякого читающего этот канон. И, опять же, настраивает, почему в первую неделю поста канон читается, в первых 4 дня Великого Поста, чтобы настроить правильно человека на смиренный лад, на смиренное мудрее, чтобы человек правильно думал, правильно смотрел на свою жизнь, и без этого канона непредставим Великий Пост, просто непредставим. Поэтому те, кому не удалось побывать в храме на чтение этого канона, почитайте его дома. Это тоже совершенно не запрещено, почитайте. У нас в монастыре сегодня читается вот и вчера, и позавчера, и завтра будет читать. Поэтому, да, если многие в церквях Щелково тоже читаются. Да, да. Посетите храм. Отец Мини, в каноне упоминается очень много ветхозаветных имен, да, и в целом, в общем-то, канон нас возвращает к истокам греха, к первому греху совершенному Адаму и Евой. Но это такой вопрос, не все люди, в общем-то, осознают свои личные грехи, да, зачем же нам еще грехи людей, которые, как нам кажется, жили далеко от нас? Ну, здесь можно просто ответить, знаете, только неразумный человек учится на своих ошибках. Умный человек учится на ошибках других. И поэтому те ошибки, которые совершали ветхозаветные праведники или грешники, которые совершали там евангельские какие-то, мы читаем в Евангелии, кто-то там тоже ошибался, тот же Иуда там или апостол Петр, эти все ошибки лучше прочесть и учесть в своей жизни. И уже на это не наступать, на эти грабли, на которые уже тысячи лет назад кто-то наступил. Поэтому преподобный Андрей, размышляя об этих судьбах, об этих людях, которые своими мучениями, страданиями это все уже прошли, разобрали и по полочкам разложили, эти ошибки, он нам их излагает, чтобы мы так не ошибались, как они ошибались. И так и говорит, что вот там Адам там согрешил с Евой, ты, о окаянной душе, так не согрешай. Вот там Лот вышел из Содома и Гоморры, и ты, окаянная душа моя, так же, как Лот, убегай от всяких греховных влечений и так далее. То есть он показывает ошибку человека, ветхозаветного или там другого, и говорит, ну вот ты старайся от этой ошибки уйти и так далее. И из этого состоит весь канон. Отец Мини, ну да, изучая святых отцов, да, приходишь к такому выводу, что святые отцы, в общем-то, переживали грех Адама как свой собственный. И, в общем-то, они плакали над этим. Почему это так важно для духовного совершенствования? Мы тоже, получается, должны прочувствовать этот первородный грех. Но прочувствовать первородный грех нам не удастся, ну, это только святым отцам, духом святым, наверное, было открыто, так как не вместим, конечно же, тех чувств, которые испытал Адам, так как он был в раю и был изгнан из рая. Он видел рай, он разговаривал с Богом, он разговаривал с ангелами, он видел райскую, красивейшую, так сказать, природу и жизнь в раю, и всего этого был лишен. Как это вместить в себя, как это понять, вот не ощутив. Да, знаете, как не примеришь рубашки, не поймешь, по тебе она или нет. Вот то же самое с Адамом. И поэтому, когда нам предлагают размышления о грехе Адама, конечно же, мы можем к этому прикоснуться разумом своим, душою, но полностью вместить то горе, печаль, которое испытал Адам, будучи изгнан из рая, тем более он сидел напротив рая, видел вход в рай, но войти в него не мог, потому что там стоял ангел и с огненным мечом и не пускал его уже войти в рай. Представляете, какое величайшее мучение Адам испытал за единственный грех. Сколько у нас грехов? У Адама был всего лишь один грех. Он ослушался, один раз ослушался Господа. Не вкушай от древа сего. В тот день, в который вкусишь от древа сего, смертью умрешь. Все. Но, тем не менее, первородный грех, он прямое значение непосредственно имеет к нам. Ведь в каждом из нас семя тлей есть. Да, если осматривать уже более глубоко вот ошибку Адама, то мы найдем и в себе все эти движения, внутренние в нашей душе движения. То есть Адам соблазнился чем?
райскими кущами, райскими красотами, через это забыл о Боге, о его заповеди, о единственной заповеди, увлекшись суетой, увлекшись красотами, увлекшись плодами райскими. Он забыл, что выше всего, выше там вот этих красот и там, значит, каких-то плодов, выше всего любовь к Богу. Вот это он забыл и через это пал. Вот нам не надо этого забывать. Поэтому там ведь присутствовало не только чревоугодие, вот там вкусный плод. Нет, там же еще и гордыня присутствовала, и жажда тщеславия, славы. Станете как боги, вкусившие от этого плода, да? То есть там очень много всего присутствует греховного, которое по естественному порядку вещей передается из поколения в поколение, и у нас эта слабость Адама, она также и у нас есть. То есть семя тли во мне есть, это еще царь Давид сказал. Поэтому мы, конечно же, унаследовали, так сказать, по нашим корням унаследовали эти все согрешения. И самое простое – чревоугодие, сладость плода, и тщеславие, и гордость, и нежелание, то есть слушаться, да, Бога, ослушание, да, непослушание Господу. Вот все это внутри нас есть, и с этим как раз мы и призваны бороться во время Великого Поста, учась на ошибках Адама. То есть, получается, все грехи наших прародителей, а не наши грехи. Да, да, мы также участвуем в той самой борьбе за жизнь вечности, что и Адам. Он боролся с искушениями, и мы боремся с искушениями. Только он видел Бога, он видел рай, он видел ангелов и пал. Мы не видим Бога, не видим рай, не видим ангелов. И нам еще проще пасть в искушение, поэтому нам надо быть еще более мудрыми и осторожными, чем был Адам. Да, но с другой стороны, это вот у нас сейчас время существует, да, нам кажется, там 2016 лет прошло, да. На самом деле у Господа 1000 лет, как один день, поэтому что и те же времена, и 10 век, 20 век, мы точно так же можем сейчас это пережить, если мы достигнем определенной степени духовного совершенствования. Но вообще, конечно же, идет деградация человечества. То есть мы видим, что человек по мере отдаления от того, как Господь сотворил Адама, мы все слабее, слабее, слабее. Даже просто по дням жизни. Если Адам жил практически 1000 лет, то мы живем 70 лет. Если Адам согрешил единожды, то мы согрешаем в минуту, там, не знаю, не единожды, да, у нас грехов в 1000 раз больше. И это все говорит о том, что наше человеческое естество накапливает грехи, накапливает страсти, накапливает немощи, и деградация человека происходит. Не усиление, конечно. Единственное, что нас спасает, это то, что Господь пришел в этот мир, дабы спасти нас всех падших. Поэтому и мы обращаемся к Господу в молитвах о спасении. Потому что сами спастись мы, конечно же, без Бога не можем. Это надо четко понимать, и это краеугольный камень спасения каждого человека. Пока человек не поймет, что ему нужен Спаситель, он к нему не обратится. Как человек, заболевший, но не знающий своей болезни, он не обращается к врачу, и поэтому может умереть, даже не поняв, от чего он умер. Как много примеров, когда человек на ногах переносит инфаркт и умирает от этого. А если бы он знал, что у него инфаркт, он обратился к врачу и вылечился бы еще и жил. Так и с грехом. Человек должен осознать внутри себя присутствие греховных страстей, и тогда, увидев это, осознав это, смирившись перед своей немощью, значит, обратиться к Спасителю, чтобы он исцелил от этих страстей. По-другому никак не получится. Ну, некоторые как говорят, пусть Господь сам спасает, но ведь без соучастия человека Господь нас не будет спасать. Вот это как раз то, о чем я сказал. То есть, если человек не хочет идти к врачу, как же врач его вылечит? То же самое здесь. Если человек не хочет идти к Спасителю, как Господь спасет нас? Ведь мы этого не хотим. Он прилагает огромное количество усилий, он даже распялся на кресте за нас. Он дал нам свою кровь и тело, и плоть для того, чтобы мы причащались, а мы не причащаемся. Зачем? Просто так Господь дал это тело и кровь,
чтобы нас возвести из творений Божьих в чадо Божие, чтобы нас очистить от грехов. Зачем Господь дал таинство? Чтобы мы ими пользовались. Это все равно, что если врач дает нам лекарства, а мы их не вкушаем. Ну как мы вылечимся? То есть, конечно же, без врача невозможно исцеление. Но и без содействия врачу, пациента, да, больного, тоже никакого спасения от болезни не будет. У нас есть вопрос, может быть, не совсем по теме, да, но в письменном виде. Почему люди суеверны, верят в различные плохие приметы? Вот это как раз о том, о чем я только что говорил. И очень такой вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный и глубокий вопрос, перед которым стоят многие люди в своей жизни. Дело в том, что мы начинаем поиски своей веры с каких-то моментов наблюдения, с каких-то моментов общения с людьми, кто-то нам делится своим опытом, и начинаем создавать как бы свою веру из таких вот суетных верований. Почему суеверие это называется? Суетная вера. То есть вот кошка пробежала, вот там не с той ноги встал, вот там кто-то что-то сказал, вот какой-то там кто-то посмотрел. То есть такие вот суетные моменты, мы начинаем из них складывать какую-то свою веру. Почему? Потому что люди не имеют истинной веры. Суеверие – это диагноз того, что у человека нет истинной веры, которая может прийти только от Бога. Потому что сам человек свою веру создать не сможет. Он не видит всего мира, он не видит ангелов, он не видит Бога. Как он может правильно сориентироваться в этом мире? Только Господь, который видит все и вся, он может истинную веру дать и сказать, вот тебе настоящая вера, веруй в нее. Пока этого не будет, ничего не будет у человека. Будут вот эти вот обрывки, осколки. Один сказал так, там где-то я что-то увидел эдак, там кошка пробежала, там из той ноги встал. Все это лишь суеверие. Да, где нет истины, там ложь, и это уже бесовское воздействие. Да, это уже те искушения бесовские, которые направлены на то, чтобы нас запутать, заморочить и вести в ад. То есть, чтобы мы погибли. Без истинной веры погибли. Ну, как мы можем представить, если мы попали в неизвестную местность, как мы без карты оттуда выберемся, без компаса? Но карту кто-то должен для нас нарисовать, компас кто-то должен создать и дать нам, чтобы мы воспользовались картой и компасом и вышли из этой неизвестной местности. Так этот мир, он для нас неизвестен. Мы приходим в этот мир, ничего не зная. И мы нуждаемся в вере, чтобы нам кто-то рассказал, что же это за мир, что, для чего мы здесь появились и что мы должны делать. Вот это как раз есть вопросы той истинной веры, которые пытаются подменить суевериями. То есть, ну, такой суррогат, который, знаете, как-то есть яблоко настоящее, а есть яблоко восковое. На вид одинаковые. Вот поставь на столе, не отличишь. Один и тот же. Но на вкус попробуешь, вот восковое, и даже укусить невозможно. То же самое и есть. И это суетная вера, суеверие. Она вроде бы на вид что-то такое, какие-то разумные вещи. А когда начинаешь пробовать, от нее воротит, то есть от нее только хуже становится душе. А от истинной веры на душе становится легко, радостно и покойно, потому что ты уверен, что у тебя есть совершенно четкий план действий, как спастись. А есть ли какие-то приметы по Евангелию? Приметы чего? То есть мы можем что-то предузнавать или на все, вот мы должны на все воле Божией? Нет, Господь, конечно, оставил предзнание своего второго пришествия. Он так и писал, что будут глады, будут моры, будут войны по местам, землетрясения. И если читать Апокалипсис, творение апостола Иоанна Богослова, любимого ученика, то мы увидим там четкий расклад просто по пунктам, что должно произойти в человеческом роде и как произойдет пришествие Христова. Ну и кроме этого еще есть ряд пророчеств о втором пришествии Христа, о том, что весь этот мир сгорит, о том, что мы все в этом мире восстанем из мертвых, то есть мы все свои тела, даже которые растворились в земле, сгнили полностью, даже эти тела восстанут, не то что душа бессмертная, даже тела бессмертные наши. И мы будем в новом мире жить абсолютно. То есть, поэтому это все разложено, это и есть предзнаменование того
Ну, допустим, какие-то воины, знамени, тот же лжепророк, тот же антихрист, это тоже предзнаменование пришествия Христова, второго пришествия, страшного пришествия. То есть антихрист – самое яркое предзнаменование. Он еще не пришел? Ну, нет, конечно, потому что антихрист будет президентом планеты Земля. Такого президента нет пока, слава Богу, значит, мы живем спокойно. Ну, а это прям буквально надо воспринимать, да, что президент, вот как вот наш Владимир Владимирович, например, и такой будет, или он может быть какой-то потайной такой магнат, который будет заведовать, например, деньгами там всей планеты, и он где-то там банкир будет. Нет, так как мы читаем в Апокалипсисе, что ему поклонятся все народы, поклоняться именно его облику. А он будет именно связан как-то с религиозностью? Да, он создаст свою веру, веру антихристову, то есть ту веру, которая будет гнать христиан, уничтожать их везде, которая будет приводить людей к сатане. И то знамение антихриста с тремя шестерками и прочее, то, что в Апокалипсисе написано, печать он будет ставить на людях, опечатывать их. Вот как мы приобретаем печать дара Духа Святого в момент крещения. Антихрист, ведь мы знаем, что сатана, он обезьяна Бога. То есть он обезьяничает и копирует, ну, насколько это ему возможно, от того, что Господь сотворил. И он также будет ставить свою печать. Как... А он не будет подделываться, так сказать, под христианство? Он будет пытаться, конечно же, и христиан соблазнить. Мы-то сможем различить-то? Конечно, да, конечно же. Я сказал, что он даже по святым отцам четко все разложено, что он 3,5 года будет президентом в Израиле, а 3,5 года он будет президентом планеты Земля. Будут всеобщие выговоры. Это святые отцы писали, это все можно прочитать в литературе святоотеческой. Так что все это те самые предзнаменования. Но это не суеверие, это та самая истинная вера, которая готовит нас к грядущим событиям. Ну, мы пока далеко не ушли от суеверия. А как нам относиться к числу 3 шестерки? Ведь даже оно и есть в Откровении, да? Да, конечно. Там Иоанн Богослов четко пишет, что вот эта печать Антихриста, она будет содержать 3 шестерки. И эту печать будут ставить на руку человека и на лоб. Но пока ни на руку, ни на лоб ничего не ставят нигде. Во всем мире я о таком нигде не слышал. Поэтому пока никто, так сказать, даже предположить не может, что что-то такое будет. Предзнаменования это были в концлагерях, когда ставили печать на руку людям и их называли по номерам. Номер такой-то, номер такой-то. То есть, ну вот уже такие антихристовые действия, отработка, скажем так, технологии была во время Великой Отечественной войны в концлагерях. Но если сейчас это предложить людям, давайте мы вам на руку номер поставим, как в концлагере, я думаю, мало кто согласится. Ну, а вообще, как нам к числам, к числу 3 шестерки, например, там, покупаешь продукт, написано там 666 грамм, как нам, спокойно к этому относиться? Нет, к этому, мы читаем даже ту же Библию, там есть страница 666, ничего страшного в этом нет, если в Библии даже эта цифра стоит. Просто смысл в том, что это знамение будет антихристу, так сказать, присовокуплено. То есть он будет ставить свой знак, который содержит эти 3 шестерки. Это будет знак для всех верующих христиан, что это принимать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы ни на руку, ни на лоб. Поэтому мы спокойно к этому относимся, без всяких, так сказать, каких-то суеверий. Мы так с вами постепенно уклонились от нашей темы от сегодняшней. Поста. Да. Как сейчас поменялся ход богослужения в церквях? Сейчас мы служим каждый день, на тех приходах, где служат каждый день. И единственное, конечно же, причастия нет в понедельник, вторник. То есть литургия сейчас не совершается? Литургия совершается в среда, пятница, суббота, воскресенье. Причем среда и пятница – это литургия прежде священных даров. В субботу – это литургия Иоанна Богослова, Иоанна Златоустова. А в воскресенье – литургия Василия Великого. То есть вот те святые отцы, которые написали литургии, вот мы всех их, так сказать, сейчас вспоминаем и служим им такие вот памятные литургии. Потому что Иоанн Златоуст – это самая короткая литургия, самая простая. Василия Великого – длинная литургия, воскресная литургия для того, чтобы произошло
освящение даров на всю неделю вперед. То есть литургия прежде освященных даров – это как раз вот воскресенье, да, освящается? Нет, литургия прежде освященных, прежде освященных, то есть в воскресенье освященных даров, на литургии Василия Великого они освящаются, эти дары используются в среду и в пятницу на литургии прежде освященных. То есть освящение в среду и пятницу не происходит даров. Мы пользуемся заранее заготовленными дарами в воскресный день. Поэтому и называется прежде освященная литургия прежде освященных даров. Поэтому мы, ну, взрослые могут причащаться среда, пятница, суббота, воскресенье. Для детей, младенчиков, которых надо причащать кровью, их надо приносить в субботу и воскресенье. В среду и пятницу их причастить не получится, потому что кровь, она пропитана тело, и младенчики, которые не могут твердые вкушать, только жидкое, их причастить не получится. Это для мам, так сказать. Отец Имени, каждая неделя Великого Поста посвящена какому-то определенному событию. Да? В частности, вот в воскресенье будет торжество православия. Расскажите об этом. Вы знаете, у нас забыта эта, к сожалению, история. Православные церкви, всемирной православной церкви. Но если мы посмотрим эту историю внимательно, то мы увидим, что Христос создал церковь. Он призвал 12 апостолов, потом 70 апостолов, потом еще больше. И 300 лет были гонения на церковь с прямым уничтожением всех последователей Христа. То есть Римская империя включила все свои силы, возможности, то есть это и какие-то там тайные службы, это и войска, это и правители. То есть все были силы Римской империи направлены на уничтожение христиан. 300 лет шло просто кровавое гонение. Со сталинскими гонениями, наверное, трудно сравнить. Да? Потому что в том же в Колизее, например, скармливали христиан зверям на потребу, так сказать, радость публики. Сжигали, Нерон в Риме сжигал. Распинали на крестах живых христиан, просто снимали кожу и четвертовали, и резали. Ну, вот на что была способна, так сказать, человеческая мысль, такая злодейская мысль, все это делали с христианами. И через 300 лет, удивительным образом, вся Римская империя, боровшаяся с христианством, стала православной. То есть 325 год Константин Великий, император Римской империи, объявил, что православие является государственной религией Римской империи. Удивительным образом. Вот это и было торжество православия. Всемирное торжество православия, которое мы вспоминаем. Поэтому, конечно же, как вот Великий пост, мы должны с этого начать вспомнить вот о таком величайшем событии. Это чудо, конечно. Как могли люди сами бороться, невооруженные люди с вооруженными войсками? Да никак. Только сила Божия могла победить все это. И с торжества православия мы начинаем. А дальше уже каждую неделю вспоминается что-то свое. Там следующая неделя это святителя Григория Палама. Григорий Палама, который подробно описал таинственный фаворский свет и та благодать Божия, которая на Пасху сходит, все мы знаем, да, благодатный огонь, вот это, она же присутствовала и на фаворе, когда преобразился Господь, и там таинственный свет исходил от него, так что апостолы в ужасе попадали от этого света. И это такое естество божественной природы, которое человеческому не может вместить человеческий разум божественного света, понять его не может ни физически, ни как-то умственно. И, конечно же, это необходимо для нас просвещаться этим светом, иначе мы никак с нашими страстями, с нашей грязью, с нашей темнотой, внутри нас находящейся, не справимся, кроме как вот этим благодатным светом фаворским. Следующая у нас крестопоклонная неделя, когда мы вспоминаем крест Господень, выносится крест для поклонения, для того, чтобы мы укрепились, видев мучения Христовы на кресте. Мы сами, уже три недели попостившись, уже чувствовав такие некоторые сложности поста, мы все-таки укрепились памятью о том, как Господь страдал за нас. И Господь через прикладывание ко кресту, конечно же, даст нам силы для дальнейшего поста.
Потом у нас... Память святого Иоанна Лествичника. Иоанн Лествичник, конечно же, величайший из преподобных отцов, который был настоятелем монастыря святой Екатерины на горе Синай. Я думаю, некоторые, кто ездил в Шарм-эль-Шейх, там были целые такие вот автобусные экскурсии, там 3 часа от Шарм-эль-Шейха, можно доехать до горы святой Екатерины, посетить этот монастырь. Вот там этот преподобный подвязался и написал величайшее творение свое, лествицу так называемую. То есть он написал каждую ступеньку очищения от грехов, все страсти описал, и те добродетели, которые борят эти страсти. Это вот его творение в веках, так сказать, прославленное, и, конечно же, оно нам помогает бороться со страстями, оно расписывает просто по полочкам, раскладывает все наши внутренние борьбы и страдания. Ну и добрые, конечно же, изменения к лучшему. Дальше у нас Мария Египетская, стояние Марии Египетской в четверг вспоминается. Это еще одна из величайших святых, преподобных матерей, которая была величайшей грешницей, блудницей, и которая своим примером показала, что каждому человеку, какой бы он ни был грешный, какие бы грехи тяжкие он ни носил, вполне с Божьей помощью можно спастись. Даже в пустыне, безводной, без пищи, без одежды она прожила десятки лет и спаслась. Так что ее молитва возносила ее на воздух, то есть она молилась на воздухе, на метр отрываясь от земли и переходила через Иордан как по суху, пешком просто, благословив ее, перекрестив и пройдя по воде совершенно спокойно. Вот такой святости и благодати достигла эта святая жена, преподобная Мария Египетская. Это тоже нам в укреплении, так как некоторые люди начинают впадать в уныние, видя свои согрешения, вольные и невольные, и говорят, ну как нам спастись таким грехом? Вот Мария Египетская показывает пример, что все грехи Господь простит, лишь бы было бы наше желание, стремление и, конечно же, труды на этом поприще. Простите, я вас прерву, у нас есть звонок, послушаем. Да-да. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, если подарим милостыню в память усопших, что надо думать или говорить? Ну, можно сказать хотя бы за упокой души такого-то, раба Божьего такого. Это я про себя должна? Можете про себя, можете шепотом, можете прямо сказать этому человеку, которому подаете милостыню. Что, помяните или как? Просто о упокоении души усопшего раба твоего такого. Ты подаете. И подать ему? Да, да. Угу. Помоги, Господи. Так, да. Шестая неделя у нас, суббота, шестой недели, воскрешение Иисусом Христом Лазаря, да? Но Лазарь четырехдневный, это вообще чудес. Такого чуда не было вообще никогда в жизни человечества, когда сгнивший уже практически труп, четырехдневный Лазарь, как сестры его сказали, он уже смердит, Господи, давай, вот Господь попросил, откройте мне его пещеру, где положено было его тело. Они, сестры сказали, уже смердит. Тем не менее, был открыт гроб, сказал Господь, Лазарь, гряди вон. И вот этот смердящий труп ожил, восстановился телесно, и вышел Лазарь четырехдневный, который был потом еще епископом на Кипре, и, собственно, его мощи там и лежат. И, то есть две смерти пережил этот человек. Одну смерть вот до своего воскрешения, а вторая смерть уже будучи епископом. Поэтому для нас это тоже явный такой для укрепления нашей веры пример, что все мы воскреснем. У нас осталось 1,5 минуты, да, в общем-то, есть нам чем заняться великим постом. Да, перебирая в мыслях вот эти все чудеса и деяния Божии, и апостольские, и святых отцов, конечно же, постарайтесь потрудиться в этом великом посту над своей душой, над своей жизнью, так как ну, хотя бы чуть-чуть сдвиньте ее вот в сторону любви к Богу и к праведности. Господь это увидит и подхватит ваши желания и намерения и поможет. Не сомневайтесь. Ну, и для тех, кто, может быть, не начался, а сейчас захотел попоститься, я вот вас так как призываю благословить наших телезрителей. Ну, с радостью, конечно, тот человек, который сейчас возьмется за пост, еще не поздно. Начинайте, поститесь, с Божьей помощью все получится. Помоги вам, Господи. От этого станете только лучше. Ну, а если появятся вопросы, могут нам позвонить. Конечно. Да, либо в прямой эфир, либо звоните мне заранее по телефону 7-11-91. Я приму все ваши вопросы и озвучу их. До свидания. До свидания.